Здравствуйте! С вами телеканал «Шоп-энд-шоу» и я, его ведущая Наталья. Раньше я всегда завидовала тем женщинам, у которых от природы абсолютно прямые и ровные волосы. Да, конечно, мы можем для того, чтобы этого добиться, сходить в салон, потратить кучу времени, да, собственно, и денег, чтобы получить необходимый результат. Но теперь это совсем не обязательно. И я хочу вам представить вот этот замечательный стайлер, с помощью которого добиться абсолютно ровных и прямых волос вы сможете сами, безо всякого труда, не выходя из дома. Этот стайлер представлен в двух цветах, как вы можете видеть, белого цвета и черного цвета. Он очень удобный, он очень легкий, что можно позволить себе взять его с собой в командировку, на отдых или непосредственно использовать дома. У него очень приятное нежное покрытие, напоминающее бархат. Ну, то есть держать его в руках просто одно удовольствие. Но для того, чтобы посмотреть наглядно, на что способен этот стайлер, мы пригласили в студию нашего постоянного эксперта, здравствуй, Инна, которая расскажет с помощью наших моделей и покажет, собственно, на них, что могут эти щипцы. Получаю огромное удовольствие от того, что работаю этими щипцами. Инн, ну, знаешь что, вот ты мне расскажи, да, вот у меня дома есть, да, эти щипцы, там, или стайлер, как он называется, да, но они выглядят совершенно по-другому, нежели эти. Чем вообще вот в их основное отличие от всех остальных? Ты знаешь, основное отличие от всех остальных – это керамическое покрытие. Которое вот находится внутри, да? Да, это покрытие находится внутри. Две пластины с одной стороны и с другой стороны. А снаружи тоже у нас вот здесь вот керамика, да? Здесь керамопластика. Она не нагревается очень сильно, поэтому мы не сможем обжечь руки. Но здесь находятся специальные места для того, чтобы... Положить пальчики, да, да, закрыть? Да, здесь такие выпуклости, чтобы мы чувствовали, чтобы руки не скользили. Видишь, очень просто. А что нам дает керамика? Почему они не могут быть, я не знаю, металлическими? Отличие керамики от металла в том, что керамика нагревается абсолютно ровно. На керамике не существует точек перегрева. Соответственно, они не будут жечь волосы, волосы не будут сечься, они всегда будут иметь здоровый, ухоженный и блестящий вид. А то это есть, очень важно. То есть мы совсем не травмируем волосы, да? Нет, мы не травмируем волосы. Наоборот, опять-таки я возвращаюсь к тому, что это керамика, и она ухаживает за нашими волосами. А что еще? Ну, вот я смотрю, здесь какой-то у нас есть экранчик, какие-то еще кнопки. Мне, как несведущему человеку, здесь действительно есть дисплей. Дисплей показывает 16 режимов. 16? Да, 16 температурных режимов. И мы, глядя на этот дисплей, можем очень легко их выставлять. То есть, нажимая кнопочками в ту или в другую сторону, у нас двигается температура. Если мы хотим выставить температуру до 200 градусов, от 50 до 200 – это температурный, общий температурный режим. Да? То есть мы можем между этими значениями двигаться. Хотим выставить, мы начинаем выставлять. Включается синий цвет дисплея. После того, как начинает действовать, температура начинает повышаться, он красный. Как только температура наша повысилась, то дисплей будет загораться зеленым цветом. И после этого мы сможем работать этими щипцами, хотя мы можем и не ждать то есть, температурного, то есть пика, который мы выставили. То есть могут во время того, как мы уже начали работать, да, они смогут... Да. Они смогут... Да. А как быстро они нагреваются, скажи? Вечно не хватает времени, пока нужно включить в розетку, подождать. Слушай, всего 120 секунд. Вот зеленый дисплей – это пик, на который я выставила. И я продолжаю работать совершенно. Всего лишь за 2 минуты? Всего за 2 минуты. Представляешь, как это важно, прекрасно. Особенно утром или когда ты куда-то спешишь, конечно. И тебе нужно быстро конечно. Выпрямить волосы. Посмотри, как скользит. Очень легко. Любая девушка, любая женщина, которая будет пользоваться этими щипцами, получит огромное удовольствие, поверь мне. Да, потому вот. Что они не рвут, они скользят. Посмотри.
Угу. Ты знаешь, да, вот я, если честно, раньше, ну да, у меня есть, конечно, не такие, совершенно другие, но, если честно, ими, ну вот мне самой очень тяжело делать себе какую-то прическу, и мне казалось, что такой сложной конструкцией должен обращаться, уметь только мастер. Нет. Но я смотрю, это совершенно легко. Не так. Да, очень легко и просто. И получите, я тебе серьезно говорю, огромное удовольствие от пользования этими. Нет, а мне внешний вид нравится. Посмотри, какие они просто идеально гладкие, ровные, они блестят прям как зеркало. Как зеркало, как стекло, волосы красивые, блестящие. Прекрасно. Они будут привлекать внимание всех, абсолютно всех окружающих. И, конечно же, тебе тоже будет нравиться, когда на тебя смотрят, тебе делают комплименты. Естественно. Нет, ну это, конечно, хорошо, да, прямые волосы. И, как правило, все считают, ну и я в том числе, или, может быть, только я не знаю, что с помощью вот стайлера или щипцов, да, можно только выровнять волосы, ну как бы сделать их просто прямые. Может быть, они еще на что-то пригодятся? Да, они пригодятся. И, кстати, это заблуждение тех, кто думает, что щипцами можно только выпрямлять. А что сейчас еще? Я вам покажу, что щипцами можно и накручивать. Вот эти локоны мы начали уже делать. Ты хочешь сказать, что ты вот их получила с помощью вот этого стайлера? Я тебя удивляю, да? Конечно. Собственно, да, я не ожидала. Я оставила несколько прямых прядей, незавитых. И я сейчас продемонстрирую, как легко и просто можно самой сделать себе красивые, гладкие, великолепные то локоны. То есть их просто нужно повернуть? Совершенно верно. Ты вращаешь... Да-да-да. Помещаешь прядь между пластинами, слегка вращаешь, проводишь, посмотри. Прекрасно. Посмотри, какой красивый получается локон. Это же... Я правда не ожидала этого. Я думала, что для этого, я не знаю, нужна как минимум плойка. Нет, можно, конечно, и плойкой, но дело в том, что чтобы выпрямить, а потом накрутить, тебе понадобится два прибора. А здесь два в одном. Согласись, это удобно. Конечно. Ты можешь это и в офисе у тебя может быть, это может быть и дома, ты можешь брать это куда-то в путешествие, да, на море. Да, можно вот такой маленький, это... удобный и легкий, что его просто можно с собой, я не знаю, в дамскую сумочку положить. Очень удобно. Посмотрите, какие красивые получаются локоны. Прекрасно. Блестящие, ухоженные волосы, как будто вы... И главное, так. Как будто вы только что побывали в салоне. И еще, посмотри, когда я вращаю стайлер, шнур вращается вместе с моими движениями. Он повторяет мои движения. А, то есть он у нас никогда не накрутится на наш стайлер, и не нужно будет тратить время, не надо будет чтобы... все время вот так ждать, когда он там раскрутится, распрямится. Нет, он повторяет твои движения, и это тоже экономит и твои нервы, и твое время. Нервы прежде всего, да. Слушай, ну какая красота, правда. Посмотри. Ты знаешь, я посмотрела на девушку, мне прям самой захотелось себе такие локоны. Я обещаю, что в следующий раз я обязательно сделаю тебе локоны. Обещаешь? Посмотри, как красиво. Да, все, конечно. Договорились, ловлю тебя на слове. Посмотрите, гладкие. Потрясающе. Потрясающе. Спасибо им большое. Ты для меня сделала очень много открытий. Ну, собственно, вы вместе с нами смогли сами убедиться, насколько прост, удобен и необходим в обиходе этот стайлер, который вы можете приобрести для себя. Вы можете сделать подарок своим близким, знакомым или родственникам. И для этого не нужно прилагать никаких усилий. Вам всего лишь достаточно позвонить по телефону, который указан внизу на нашем экране, назвать номер лота 30590 и приобрести его по суперцене, я считаю, за 1290 рублей. Ну, на этом я с вами прощаюсь, а вы не переключайтесь, впереди вас ждет много полезной и важной информации.